Я знаю, как описать вам эту свободу. Скорость, энергия, доверие, безусловная любовь. Меня зовут Егор, мне 14 лет, живу в Санкт-Петербурге. Я занимаюсь конкуром. Мой тренер – легендарный спортсмен, мастер спорта международного класса Дюндиков Виталий. А это мой верный друг Агва ди Бальмарино. Ему всего 9 лет, поэтому мы вместе растем и развиваемся. Мы с Рыжим только начали наш путь, но у меня уже есть второй взрослый разряд. Тренер и мама называют меня Людгер Бербаум-младший. Людгер Бербаум – один из самых титулованных спортсменов мира. Когда-нибудь он пожмет мне руку, надевая мне на шею золотую медаль. Конкур – это партнерство. В нашем спорте необходимо тонко чувствовать свою лошадь, понимать ее без слов. Лошадь должна доверять своему всаднику. Только в этом случае спортивная пара ждет успеха. Я сотни раз пересматриваю записи своих выступлений, замечаю ошибки и стараюсь исправлять их на домашних тренировках. Надеюсь, мое участие в конкурсе на получение гранта от Лукойл сделает наш спорт более популярным, и о конкуре узнает больше ребят, которые в будущем представят нашу страну на крупных конных площадках. Конь летит быстрее ветра. Иногда я закрываю глаза и чувствую, как мы отрываемся от земли. Именно в такие моменты я понимаю, что могу летать. Я знаю, как описать вам эту свободу.